И здравствуйте, друзья. Это обучение этому трюку, то есть вам понадобится изготовить, как вы поняли, такую трубу. Весь прикол заключается в ней. Вы видите, что она пустая, да? Она реально пустая, но есть такое маленькое исключение. Здесь не просто одна труба, а внутри этой трубы есть еще одна маленькая труба. Секунду. Ну как, размера такого же, но как видите, она конусом установлена. То есть, вот если я вот так вот показываю, да, зрителям вот так вот. То есть вы считаете, что труба вот она идет обычная. Но здесь, если посмотреть с моей стороны, у нас здесь появляется вот такой вот замечательный. Вот он. Вот такой вот замечательный пустое пространство, которое можно заполнять, в принципе, чем угодно. От обычных платков до карт, как вы видели, можно туда засовывать много чего, то есть заранее просто берем, но я покажу с платком. Классно, если на публике показывать, если у вас есть какая-нибудь длинная веревка, я с длинной показывать не стал, потому что она не помещается в кадр. Вот, и зрителю это может реально вызвать удивление довольно-таки большое. То есть вы реально показываете пустую трубу, закатали рукава, да. Полная иллюзия, что труба обычная, но здесь у нас есть пространство, да, из которого мы показываем, вот она труба обычная, и опа, и достаем из нее платок. То есть создается некая иллюзия, что мы достаем платок из пустой трубы. На самом деле у нас здесь есть пространство. Итак, да, как же изготовить такую трубу? Берем обычный лист, да, сворачиваем его в нужную по диаметру цилиндр, да, такой вот. То есть у вас получается обычный цилиндр. Склеиваете его, разумеется. Потом берете еще такой же лист бумаги по длине и уже скручиваете его, но не уже не в цилиндр, а в конус вот такой вот. Вот, то есть, ну как, типа как куйка, только не завязанная на конце. Вот так вот, то есть. И оно вот такое вот, как бы здесь очень широко у нас, а в конце идет сужение. И вы в наш цилиндр, да, обычный, засовываете эту трубу, не обязательно ее клей, но я сейчас тут как бы пустой, вот, и засовываете. У вас должно получиться следующая вещь, но он у вас там будет ходить свободно. Дальше выбираете какое-то место, намазываете клеем в обычном цилиндре, прилепляете туда меньше, и создается полная иллюзия, что у вас всего лишь один цилиндр тут, и он вот он пустой, хотя у вас здесь есть образовался вот такой вот карман. Надеюсь, обучение также было понятно, да, что такое к нему прилепилось. Вот. То есть, очень эффектно показывать, можно засунуть туда карты. К сожалению, можно засунуть, ну хотя какого диаметра, вы смотрели, сделал. Может туда колоду карт засунуть, я не знаю, да что хотите. В принципе, трюк реально беспалевный, он не палится. И, как бы, ну он очень прост в показе, то есть там я считаю, что там, наверное, невозможно спалиться. Вот. Надеюсь, вам понравилось. Это было обучение этому трюку. Ставьте плюсы, и также, что непонятно, пишите в комментариях, я отвечу. До свидания.